Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Ну что, у нас закончился турнир, забираем свой приз. Лига мастеров 3 звезды. Так, сюрикены, Леонардо Космос, золотые осколки и, конечно же, платиновые. Плюс ежедневки. Так, шикарно, у меня 1400 долларов. Так, значит, нам нужно приобрести откаты. Ой, телепорты, конечно же. Берем сразу же 369 штук. Замечательно. Ну что, здесь забираем, но колоду-то я, по-моему, еще не открыл. И, кстати, у нас на турнирной арене, как мы видим, разыгрывается Микеланджело Космос. А на испытаниях вот то, что нужно, друзья мои. Борцы с преступностью. Да-да, Пит, Роквелл. Кожеголовый нас уже не интересует. Но, подожди, а почему это кожеголовый нас не интересует? Потому что он у нас прокачан. Да-да, слэш, конечно же, ребят. Ну что же, это очень хорошо. События это обязательно будем проходить. Ну а ярость Рафа, соответственно, нам не нужно. Так, и у нас черепашья буря. Одно из моих любимых испытаний. Тоже будем, ребят, проходить. Ну что, открываем бесплатно пак. Здесь нам ничего, к сожалению, не достается. Ну что, начнем бустить. Ребята, 56 минут прошло с отката. Как у нас началась, как говорится, новая неделя именно по черепашкам. Я просто, ребят, киморнул, еле встал, вот серьезно говорю. Так, ну что, или давай, наверное, сразу побежим. Попробуем, посмотрим, что у нас из этого получится. Какой будет итог. Как мы раньше делали чисто по откату, а сейчас у нас будет задержка в часок. И посмотрим, как это скажется для нас. Куда мы сможем добраться. Раз, два, три. Погнали. Погнали, наши городских. Ну давай, маузеры. Бомбить по ним по полной программе. Все четко. Как в аптеке. Первый бой за нами. Как говорится, мы открыли турнир. Ну и дальше в таком же духе. Сразу же, оп, воин 2 звезды. Позиция у нас 71. Продолжаем. Так, давай попробуем найти 11, вот, 11-12. У нас всегда начинается неплохо, но заканчиваем мы почему-то не очень хорошо. Так что надо как-то эту систему ломать. Попытаться. Ну что, Бакстер, Эйприл, ну-ка давай-ка, наверное, вот так сделаем. Твич, нормально. Эйприл против Эйприл. Ясен Перес мы побеждаем. Ну и Хана, соответственно, тоже уничтожаем. Двигаемся дальше. Сейчас нам нужно найти, по идее, 12-13, но это будет, наверное, сложновато. Так, воин 3 звезды. Давай попробуем. 12-13. Конечно, это сложно. Получить столько кубков. Угу. Опа-на. Фартит нам сегодня, как никогда. Ну что же. Тан-тан-тан. Ага, тут уже 4 бойца. Тихо-тихо-тихо, Лео, подожди. Давай-ка мы возьмем лучше Хана сюда. Сразу с дебафа. Хотя можно и сразу бомбануть, но я все-таки сделаю дебаф. Так, защиту понизили. Сразу же уничтожаем Лео. Он нам здесь не нужен. Потом идет у нас Макман. Давай, наверное, Мондагека при жучем и в конце Рафаэля. Круто. Значит, было 12-13. Интересно, 12-14 сможем мы сейчас поймать или нет. Элита. Сейчас посмотрим. 12-13. Так, пока крутим. Смотрим. 12-13. Нет, не хотят давать, смотри. Опа, есть. Выудил. Выудил, так сказать, на шару. Ну что же, это радует. Раз, два, три, четыре. 55 уровень против 28. Это нормально пока. Преимущество у нас есть. Но оно резко сокращается. Так, вызываем балбисов. Угу. Майки выжил, надо же, а? На удивление для меня лично.
Сейчас посмотрим, перейдем мы сразу в следующую лигу или нет. То есть элита... Нет, элиту две звезды не получили. К сожалению, пока. Нет уж, давайте мне 12-14. Не надо здесь хандрить, так скажем. Раз, два, три, четыре. 28 уровень противника. Ну, я думаю, что здесь будет все легко и просто. Пит. Вот я что сделаю. Бросим фляжечку. Дальше ультразвук от Кирби. И все, этого хватило. За глаза и за уши, чтобы отряд вражеский упал. А мне интересно знать, куда мы переместимся. Так, элита 2 звезды, а 49 ранг, отлично. Давайте ко мне повышенную ставочку. 12, точнее, наверное, будет 13-15. Если, конечно, будет. Есть. 13-15. Уровень, как ты видишь, повысился на 2 пункта. Был 30, был 28-29 и стал 33-й. 31-й. Ладно, для нас пока это ни о чем, ребят, не говорит. Все равно мы их разнесем в прежнем режиме. Так, Рафаэль, давай свои черепки бросай. Тыдыч. Так, двоечка упала. Майки добьешь? Красотуля ты мой. Все у нас получается идеально. Так, если было 13-15, попробуем 13-16 поймать. Элиточка, 3 звезды. Блин, то мы еще даже до самураев не дошли. 13-15, а мне нужно 13-16. Мне кажется, это тупик для меня в данном... Опа, есть. Есть, поймали волну. Раз, два, три, четыре, пять. Хм. Морозилка плюс слэш плюс Лео. Ну, попробую, наверное, морозилочку все-таки убрать отсюда в первую-то очередь. Гидрант. Окей, так, Лео, давай масуху. Красавчик, и добивка. Как с куста, ребят. Ну что же. Интересно, сейчас мы перейдем. Да, в самурай перебрались мы, 94-я позиция, но мне что-то кажется, что все равно как-то идем медленно. 13-16. Сейчас я посмотрю, сможем ли мы получить. Я не знаю, 13-17 или там 14-17 должно быть. Не хотят давать, смотри. Опа. Как только я говорю, не хотят давать, сразу же нам выдают 41-й уровень у наших противников. Уже, так сказать, приближается, да? К этой точке невозврата. Уже практически на равных. Ну что, давай-ка, наверное, начнем. С кого тут начнем? Ну давай с маузеров. Блин, 41 уровень у них. Постепеночка плюс космический корабль от Лео. Все равно фигня получается. Давай бросим баллончик. Да что ж ты будешь делать? У них хилов нету. Рафаэль хил. Поэтому Рафаэля надо убирать. Так, маузеры у нас тоже отдуплились. Давай вот так галушку эту бросим. Есть. Слушай, вот может быть пиццелицу нам прокачать. У него две массовые атаки. Все-таки вот эта вот галушка плюс массовый плевок пиццами, который еще при этом дебафит. Наверное, было бы круто. Так, давай-давай-давай, 14-17. Не надо мне свои... Вот. А то он мне опять 13-16 подсовывает. Раз, два, три, четыре. Но в этом, конечно, на этой неделе, ребята, то, что у нас есть животные-мутанты, это круто. Если постараться, можно будет неплохо нафармить ДНК. На того же самого слэша. На Пита. По-моему, там немножко нам осталось, да? Так, подожди-ка, рубанем.
Ну что ты, что-то выпендриваешься. Еще и нейтрализатор тут выделывается. Давай-ка вот сюда вот ударь. Что-то как-то слабо-слабо идет. С прыжком. Тыдыч. И не добил. Зашибись. Да что за фигня-то происходит? Эй, тихо-тихо-тихо. Не могу просто добить, и все. Так, остался один Леонардо. Оглушили. Ну и, соответственно, добили. Окей. Это получается, ну, в лучшем случае сейчас переберемся в Лигу Самураев. Две звезды. Это еще даже мы не в Сёгунах. Беда. 14-18. Вот, было же, ёк-макарёк. Было-было, ребят, видел я. Просто поспешил, как всегда, в очередной раз. Все-таки выудили. Так, и здесь у нас Леонардо. Ну, правда, 44 уровень. Давай-ка, наверное, я вот так вот сделаю, на всякий случай. О, а у нас тут все, ребят, бойцы-то заканчиваются. Я смотрю, уже рядышком 70-ники, а там, сам понимаешь, некого будет ставить. Ну, то есть, получается, если мы сегодня, опять же, не возьмем Лигу мастеров, получается, то, что ранний заход, это не говорит о том, что мы будем в топчике. То есть, то, что ты сразу по откату начинаешь играть, что ты спустя час, это ничего не решает. Интересно. Это только Лига Самураев 3 звезды будет? Ну, вон, смотри, сколько у нас бойцов осталось. Не так уж и много. 56 уровень против 42-го. Но это уже, да, это уже приближаемся, как говорится, к серьезному сопротивлению. Начнем с осколков. Неплохо. Так, белочки, вперед, фас. Угу. Ну что, добьешь куда еще их всех? Ну куда ж ты денешься, родная? Конечно, добьет. Наказала. Это круто. Двигаемся далее. Самурай, 3 звездочки у нас в кармане. Позицию мы занимаем 70-ю. Блин, я боюсь, что после этого поединка мы все равно не перейдем на следующий ранг. И вот я хочу найти 15-19. Есть. 48 уровень. Так, кожеголовый, вся надежда на тебя. Ты у нас крепкий малый, я знаю, ты меня не подведешь. Ты должен сработать как часики. Со своим этим кувырком. Так, вот муху. На тебе. Наверное, плеткой сейчас звезданем. Не пробили. Ну-ка. Добили. Теперь массовая атака от нашего Рафаэля. Замечательно. Бибоп там вообще, ребят, смотри, сколько отхватил. Ну и, соответственно, массовая атака от Кожеголового. Прекрасная была атака, ребят. Я говорил, что Кожеголового вообще топчик получается, как бы. У него слишком большая ярость, и он очень много наносит урона. Тем более он у нас прокачан. Ну-ка. Угу. Как я и говорил, в Сёгуны мы еще пока не попадаем. 15-19. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, тут уже все, ребят. Семидесятники пошли. Значит, уже развязка близка. А вот по лиге все у нас плохо получается. Именно по рангу, к сожалению. Может быть, ребят, может быть, что-то изменили в игре, может быть. Не исключено, что если мы не можем рвануть с тобой, как говорится, как раньше, до Лиги Мастеров, с одной заходки. 74-я позиция. Так, 15-19. Как думаешь, это предел 15-19? Они вряд ли мне дадут 15-20, да? Далее. Ты посмотри-ка. 52 уровень. Ну, это все, ребят, ерунда полная. Тут хоть давай уже
60-й мы все равно и будем разносить, потому что у нас пошли 70-ники. Это полуимбовые персонажи, которые прокачаны довольно неплохо, и, соответственно, они могут за себя уже здесь постоять. Так, Шреддер с массовой атакой, отлично. Остаются их тут двое. Майки, это поздно делать, усилять команду свою. Поздно, поздно. Давай-ка, Донни. Я же говорил, это поздняк. Тем более Донателло хороший именно на добивке. Так, сейчас посмотрим, какую позицию займем. 30-ю, наверное, где-то так. Ну да, почти 30-я, 29-я была. 15-20. Это уже на основе нам дают. Хотя я бы не сказал, что это на основе. Раз, два, три, четыре. Что-то, ребята, вообще как-то... Это в лучшем случае мы получаем... Перейдем всего на 2 звезды. Ты серьезно, Рэй? Причем мы ни разу не проиграли. У нас все нормально было именно по кубкам. Что происходит, а? Я не могу сказать, что мы сыграли плохо или отвратительно. Получается, что это тоже в кубках, друзья, рандом именно по повышению. То есть они могут меня на начальных этапах давать там по 50-60 ступенек, да, в перелете. А могут давать по 20-30. Понимаешь? Так, Сёгун, 2 звездочки. Ну дайте хоть до 3 звезд добраться. Фиг с ним, раз уж не даете мне Лигу мастеров занять. И дайте, пожалуйста, 15-21. Или 16-21, что там у вас идет. Ты смотри, а. Вот уперлись. Ах, вы жуки, специально вы это делаете, да? Я так и понял. Вы не хотите, чтобы я бустанулся. Я так и понял. Ребят, не дают они мне, короче, повышенные кубки. Смотри. Хоть ты что тут делай, не хотят и все. Вот засранцы, а. Раз, два, три. 4, 5. Не хотят. Причем целенаправленно. Ладно. Что я могу сделать? Так, муху выбиваем отсюда. Усаги. Делай свой козырный удар вертушкой. Он просто их всех уничтожил. Ну и правильно. Отомстим, как говорится. Ну что, давай посмотрим, какое место мы займем сейчас. 86-е было, становится 47-е. И опять не хотят давать мне 16-21. Есть, все-таки выудил. Ну, ребята, это уже мало что решает. Но все-таки мы перейдем в Лигу Сёгунов. 3 звездочки, нам, по крайней мере, этого хватит. Но до Лиги Мастеров опять не хватает буквально 2 поединка. Я не знаю, что с этим делать. Как с ним бороться. Какой-то, знаешь, как бы как тупик какой-то стоит просто, и ты не можешь этот барьер перейти. Хотя все у тебя складывается удачно. Абсолютно все. Видишь, не перешли, твою налево. Ну что, последний поединок, так последний. Что я могу сделать? И это при том, мы еще, ребята, с вами тратим откат. Для того, чтобы перейти в Лигу, да, в Лигу Сёгунов. 3 звездочки. Вот так вот, вот такой расклад, ребята. Ха. Ладно, я думаю, хоть когда-нибудь в последнее время нам улыбнется удача. И мы все-таки бустанемся по-хорошему. Лига Сёгунов, 3 звездочки взята. Место у нас 69-е. Да, буквально, ребята, 2 поединка не хватает, чтобы попасть в Лигу Мастеров. Можно, конечно, это все сделать через откаты. Но ты сам знаешь, это нужно на один поединок 5 откатов. И еще один, то есть 10. Ну, цель не оправдывает средства. Так что пойдем делать ежедневки. Так, серия испытаний. Это у нас переходящий момент, как ты понимаешь, между первым кругом и вторым. Ну, на самом деле, не переходящий, а
только-только входящий. Переходящий будет это именно когда уже будем драться со Шреддером. Вот этот будет называться переходящий. А это входящий. Тыч. Так. Пробивка. Может быть, конечно, хильнуть бы не помешало мне Макмана. Ладно, я думаю, выдержит он у нас. Есть у кого массовая атака? Нету. У Кренга. Ну-ка давай, влупи. Почти идеально. Бибоп минус. И нейтрализатор тоже минус. Окей, забираем свои наградушки. И идем, что? Идем искать элементы. Элементы, конечно же, будем искать на коже голову. Заодно посмотрим, сколько у нас мутагена. Может быть, мы сможем его прокачать. Где же ты, кожеголовый, где же ты, вот нас спрятался, вот он, друзья мои. И уровень у него 60, 61, 62, 63, 64. Как тебе такой расклад? Да, мне тоже нравится. Ну что, 4 комикса, поехали искать. Тут мимо. Раз. Так, только один пока. Второй. Третий и последний. Будьте добры. Замечательно. 4 комикса нам нужно было найти. 10 катушек с пленкой. Погнали. По идее, они должны находиться легко. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. 6, 7, 7, еще 3 надо. 8, 9 и последний. Давай. Да ё-моё. 10, шикарно. Ну что, в следующей серии мы, надеюсь, найдем 12 вот этих вот номеров и поднимем ему до 6 ранга направленную ярость. А сейчас забираем все наши награды. Окей. Так, а сколько нам не нужны? Ну что, пойдем? Конечно, пойдем. Тем лучше будет для нас. Ага. Че мы тут? Мы поставим на автобой, да и все, ребят. И париться даже не будем. Потому что здесь вообще все без проблем. Так. Третья волна. Тыдыч. Из них кто-нибудь удосужится сделать массовую атаку? Да, конечно, никто не будет этого делать. Зачем? Да? Зачем это делать? И так сойдет. Ну и ладно, сойдет так сойдет. Ну что, Кирби, мышь получена. Едем дальше. Так, подожди. Тимати, собственная персона. Кстати, можно было бы здесь и Зека взять. Только вместо кого? Да нету, в принципе, замены ему. У нас и так, в принципе, идеальная команда. Все соточки. Так что... А Зек у нас 80-й, так что не будем менять, пускай сидит там. А мутантов будем сегодня, да, ребят, пробовать пройти и, конечно же, фармить. Из этой команды нам не нужен кто? Кожеголовый. А вот кто нам нужен, так это Пит, Роквелл и Слэш. Слэша бы желательно побольше, потому что мы начали его прокачивать. Окей. Пульверизатор нам не нужен. Макман нам тоже не нужен. И Мондагек, друзья мои, конечно же, тоже не нужен. Нам нужно будет уже, когда пойдут мутанты. Да я, наверное, сейчас быстренько сам с ним разберусь. Со всеми. Будем массовыми атаками, а то они тут по одному бьют.
Ну давай, Крэнк, влази там быстрее, как, не знаю, толстозады еле влазишь из своего портала. Вот они стоят, красавцы. Волна всех скосила. Абсолютно всех скосила. Так, и продвигаемся. Переходим на следующий эпизод. Магман. Вот, после Монда Гека уже, как говорится, начнется то, что мне нужно. Бронированные тараканы, да, и тля. Я даже не буду здесь тратить массовую атаку от Шреддера, потому что, ну, не стоит того. Тыдыч. Вот знаешь, чего не хватало нам в последней части, вот черепашек-ниндзя, которую мы недавно прошли, да, месть Шреддера. Вот почему, например, они туда не поставили босса Армагона? Почему они туда не поставили Бакстера Стокмана? Не Муха, а вот именно этого. Почему там не было Ваньки Стиранка? Почему там не было Макмана? Вот этих бы хотелось бы персонажей. Вообще хотелось бы всех, всех вот героев увидеть в какой-нибудь игре. Чтобы они все были. Вот это было бы шикарно, да? И игру увеличили бы по проходимости, ну, я не знаю, в раза 3, в 4, чтобы не за 3,5 часа, а за 4 пройти, а, например, за 10-12. Вот это было бы классно. Это было бы вообще идеально. Ну что, тля. Опять бронированный здесь. Ладно, уговорили, давай массово здесь бомбанем их. Щелкаем, как орешки. Так, вторая волна. Эти дроны эти стоят. Дроны без кожи. Деньги на ветер, да? Третья. Так, гриб, только не выпендривайся, пожалуйста, мне здесь. Давай, крынгушка. Пульни. Да, Донни, хорош ты, ё-моё. Сейчас стоит, сопротивляется. Причем, заметь, у Донни был 55 уровень, и он выжил против Крэнга 100 уровня. Лютый тоже рандом. Это, знаешь, мне напоминает, где? Растение против зомби-героя. Там, ребята, этот рандом просто жесть. Ну что? Две ДНК на Пита мы получили. Естественно, это приятно. Так, я с этими разберусь, наверное, по-быренькому. Хлоп. Хлоп. И вот так вот. Угу. Опять же, как мы видим, здесь 4 волны. Нате вам, супостаты несчастные. Так, Майки здесь, да, стоит? Ну, я думаю, на него тоже управа найдется. Ох, Ванька, красавчик. Шипы, конечно. Я думаю, этого достаточно им будет. Блин, теперь Слэш выжил с кожеголовым. Как не умудряется на 65 уровне против 100 выдержать, тем более Шреддера удар. Остается загадкой. Ну что, доктор Роквелл тоже 2 ДНК получаем. И теперь идем. Кто у нас там? По-моему, Пит. Ой, Пит был первым. Роквелл. Слэш будет, по-моему, самым последним в испытании, значит. Нет, кожеголовый будет последним в испытании. Значит, сейчас будет Слэш. Слушай, а может быть нам не идти? Зачем нам на последнее испытание? Хотя там может быть. Нет, туда надо идти, потому что, ребят, там фарм. На последнем. Так, грибок, я не понял, как ты выжил-то? Так, стрела зады. Ну, давай так вот сделаем. Упадут все. Ага, только один выжил. Умудрился как-то. Раз, два, три, тут их четверо. Вас в меньшинстве, ребята, вы в курсе? Но 75 уровень зато, да? Понял. Железноголовую валим. Есть. Так, четвертая волна.
Вот они все родные стоят. Вся их не четверочка. Маузер в бой. Не вырубили. Опять этот за матрасом с желтым пятном. Давай, вылази давай. Охламони, сейчас тоже подгребешь по полной программе. А предъяви ему насчет дивана, он скажет: это просто масло протекло. Ага, масло протекло. Заливать он не будет. Я бы сказал, что там протекло, да и не при детях будет сказано. Ну что, 3 звезды. Отлично. И последний же получается этап, да? Эпизод. Кожеголовый. А, значит, слэш, да, последний. Поехали. Так, подожди секундочку. Ну да, вот они, вот, ребята. Вот именно последнее событие лучше всего и фармить. Но зато и тратишь там больше всего этих откатов. Телепортов, точнее. Да и сыр там тоже, ребята, тратится. 10 штук сыра за одну битву только. Телепорты и откаты там по одной штуке, фиг с ним. А вот сыр, да. Ну, в любом случае, даже если там будут выпадать нам персонажи, которые нам нужны, но и не забывай про жетоны. То есть мы все равно получаемся в выгодной ситуации. Так, Крэнк, давай бомби. Что это такое, блин, а? Волну? Ты серьезно, что ли, а? Ну куда ты еще хиляешься, а? Вот болван. Не пробили. Так, минус. Переходим на предпоследнюю 4-ю волну. С гранатомета. Так, Пита надо, конечно же, Пита, потому что он может уклоняшку поставить, да еще и отхилить. Так, уже голову выпал. Ну, а Рокпол что он сделает? Ага, все-таки массовую атаку влепил. С постепенным уроном. Нормально? Он бросил все виды оружия. Там сай, кунай, там что только не было. И постепеночку повесил. Здорово, засыха. Сейчас будешь получать у меня. Так, дальше. На замедляху, да? Отлично. И тройной укус. В принципе, все, ему крышка. Причем, заметь, постепенный урон он не снимает броню. Понял? Ты урон получаешь, но броня с тебя не спадает. Броня только, видимо, при физическом уроне сбивается. Что тоже хорошо. Ну что, ребята, вот и прошли. Теперь у нас сколько? 2 попытки есть. Поехали. Эть, маяк. Да ладно, ну... ну что я могу сделать? Не всегда везет нам. Вот как-то так, ребят, получилась вот сегодня серия. Лигу мастеров не получили. Получается, значит, все-таки рандом. Как ни крути, и от нас здесь мало что зависит. Плюс неплохое недельное событие, как по мне. Турнирку я не буду, конечно, брать в расчет. Но вам желаю, конечно же, открыть себе Микеланджело Космос. А меня интересует больше Черепашья Буря и, соответственно, конечно же, наши животные-мутанты. Ну все, ребята, на этом я закругляюсь. Всем удачи и до новых скорых видосиков.